Говорите. Говорите, на каком основании? Приказ, давайте мне покажите приказ. Покажите мне приказ, что вы имеете право ходить по магазинам. Смотрите в интернете. Не надо, зачем мне интернет? Вы пришли в магазин, в частную собственность. Покажите мне документ, что вы имеете право. Девушка, покажите. Покажите мне. Мы хотим объяснить человеку, чтобы он носил документы свои с собой. Я возле магазина. Чего вы здесь сидите? Чего вы здесь ходите, а не воюете? Мы выполняем свой долг. Какой долг? Девушка, вы мне обещали показать. А я без документов вышел. Вышел за кого-то. Это вы случайно? Да. Сейчас вот. Алло, здравствуйте. Документа нету никакого, да? Что можно ходить по магазинам. Я так понимаю, да? Нету? Нету. Вы о чем мне не показали? Ну, что мне не показали документ? Кто вы? В смысле, кто вы? А кто вы? Ну, кто вы? А что? А что нет? Я такой же гражданин Украины или Донбасса, не знаю, кто сейчас. И где сейчас? Мы сейчас проверяем документы. Шахты. Мы тоже, мы сейчас встречаем людей, у которых на руках все документы. Сейчас идет военное положение. Которого никто не объявлял конкретно. Нет указа, что было бы военное объявление. Лариса. Да, никто никого не призывал, никто нигде не воюет. Я еще раз вам говорю, что официально нигде не объявлено военное положение. Нигде. У нас нет военной операции. Если сейчас позвонит. Я хочу просто уточнить. Девушка, так у вас нету, да, документа такого? В данный момент нет. А, так вы ж пошли, что ж мне хотели показать его. Документ свой, где я нет, работаю. Мне не надо документ, где вы работаете. Вы мне сказали, что вы пойдете возьмете документ о... Да, при чем здесь интернет? Может, у меня интернета нет? Ну, хорошо. Ну, интернет это как бы еще... Представьтесь, пожалуйста, девушка, еще раз. Я на камеру представляю. Представьтесь, а почему нет? Почему? Почему? Покажите свое удостоверение. Пожалуйста, показываю. Все? Да.